Миссис Россия 2019. Фитнес-модель, бизнес-леди и любящая бабушка. Все это можно сказать о Виталии Шатровой. Сегодня ей исполнилось 47 лет. День рождения встречают в кругу новых подруг. Вместе они представляли Рязань на конкурсе красоты «Миссис Россия 2019» и привезли почетные титулы. Виталия стала гранд-королевой конкурса. У нее трое детей и трое внуков. Они меня поддерживают во всех моих начинаниях. Вообще все, что я добилась в жизни и то, что я имею, я, конечно же, обязана своему мужу, своей семье. Конечно, если мне кто-то спросит, что вообще главное в моей жизни, я, конечно, отвечу, что это семья. Соперницами рязанской команды были около 30 красавиц со всех уголков страны. Алина Дубинина ехала целенаправленно за титулом королевы музыки. Она всю жизнь занимается творчеством. Закончила Академию имени Гнесиных, у нее 3 красных диплома. Более 20 лет преподает в музыкальном колледже. Является лауреатом всероссийских и международных премий. Помимо этого, Алина многодетная мама. У меня 2 дочери, 14 и 17 лет. У меня мой супруг, с которым мы отметили во время проекта 20 лет со дня свадьбы, фарфоровую свадьбу. И, в общем, песня, которая стала хитом проекта, она называется «Костя», потому что моего супруга зовут Костя. Ирина Грибульна ее написала 6 лет назад для нас. Светлана Жаворонкова тоже не новичок. Это корона третья, которую она завоевывает на конкурсах красоты. В коллекции звание «Мама года», первая вице-мисс в региональном этапе и третья вице-мисс России. У Светланы трое дочек. Шутит, что каждая завоевала по короне. Дети одни с бабушкой сидели. Вот. В этом плане, конечно, трудно, когда уходишь из дома. И младшая дочка, ей вот 10 августа во время финала как раз исполнилось 2 года. И она говорит: возьми меня с собой. Ну, как бы вот в этом только, наверное, я переживала из-за этого, из-за детей. А так сложностей особо не было. Ну, то, что целый день на каблуках. Вот. Ну, как бы корона того стоит. Девушки признаются, что красавица не просто титул, а постоянная работа над собой. Ведь теперь новому статусу нужно соответствовать каждый день. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».